Привет, зритель! Сейчас в прямом эфире практически буду открывать вот эту посылку. Я вот так ее расположила, она огромная, это посылка от подписчицы Лёли. Я отодрала бумажку, где написан мой ее адрес. Лёле огромное, прибогромное спасибо. Я на велике ее сейчас довезла домой аккуратно и медленно, потому что боялась, как она там доедет. И сейчас я ножичком каким-нибудь прорежу. У меня горень посуды, мне как-то, я вчера в деревню ездила, мне некогда еще было посуду помыть. Надо, наверное, было другой ножичек взять. Так, тут рукой поправила. Вот. Как-то мне всегда была проблема с этими посылками. Как их открыть? Сейчас, наверное, много меня в кадре будет. Не соображаю, как тут залезть. А вроде это отсобачился скотч. Так, теперь как ее вскрыть? Да, там на липучке это, оказывается, все. Там не просто на скотче, тут на липучке. Ножик можно убрать пока. Мне сказали не волноваться, там, возможно, много бумаги, потому что на почте ее туда вложили. Ну, еще и пакетиков дофига. Ну, будет чем по АСМР, если что. Сейчас я это как-то вот так сделаю. Коробка, прости, если тебе было больно. Мне кажется, я вижу средство для мытья посуды. Так. Оно не хочет, чтобы мы его видели. В силу того, что я не особо хорошо вижу, ибо у меня тут и голова были уставшие, я тут ее полопаю пока. Но не только в АСМР ее лопать. Ну, как бы я с такого расстояния не совсем все вижу. Я же сейчас не открываю вот так, чтобы было видно всем. Вот так. Так, вот так, вот так. Да, это действительно средство для мытья посуды от Faberlic. Мне очень нравится средство для мытья посуды, но самой мне заказывать религия запрещает. У нас какой-то загадочный Faberlic, насколько я помню. А вот от Лёлечки получаю иногда очень круто. Всегда вообще от Лёлечки его получаю. Концентрированный гель для мытья посуды. Это я его поднесла к глазам, а в камеру-то его не видит. Биопауэр. Вот. Косметика для уютного дома. Против сложных загрязнений, аромат яблока. Даже для детей, которым еще нет нуля лет. Ну, в смысле, от нуля плюс. Круто, в пакетике все. Спасибо большущее. Я потом это еще отдельно просто сфоткаю. У меня тут ноутбук стоит. Я пока на него это буду ставить. Так, у меня тут, видимо... А, это пакетик отдельный, походу. Во, вот это мне в руку попало. Крем для ног. Лёля вот прям знала, что у меня нет крема для ног. Ну, у меня как бы появился от Велини крем для ног, но теперь еще один будет от, по-моему, Avon, да? Или кто это? Да, это Avon. Прикольно, у них упаковка изменилась. Я что-то так давно Avon этот не видела в глазах. Спасибо большущее. Приятно как-то так пахнет. Ну вот, каким-то таким, как овсяным молочком или чем-то еще. Может, я просто есть хочу. Но пахнет действительно приятно. Так, сейчас я как-то это соображу, как это взять. Тут тоже пакетик. И он в пупырке. Пупыркой как-то склеился. Так, пупырка.
пупырка. Я тебя, может, сегодня просто так полопаю. У меня там еще есть пупырка. Не переживай, зрительная. АСМР пупырка у меня есть отдельно. По-моему, у меня на АСМР пупырка есть от Beauty Patch, которые уже на канале. Как мне подписчицы сказали в чате телеги. Тот магазин какой-то на лоха. В общем, я лоханулась с ним. Ну, ладно. Так, в общем, пупырка. Пакетик. Я подозреваю, на монтаже я потом это вблизи увижу и буду понимать, что я это вижу, а не как своими незрячими глазенками. Так, это какой-то какие-то душки. Цитрус Эйвон. Это у них такие моноароматы, насколько я помню, вот в таких упаковочках. Спасибо. Я сейчас как раз фаберликовский какой-то недоцитрус использую. Ну да, Лёля, и открыть нормально коробочку. Ну, хочется же увидеть-то и вам показать. Да-да, это этот моноаромат эйвоновский. На мне вроде сейчас особо ничего нету. Сейчас соображу, где тут, а вот она. Прикольно. Такой свежий, весенний, летний такой. Лёлечка, спасибо большущее. Засуну пока обратно. Стоять. Я тут пакет, я так понимаю, порвала вместо того, чтобы его разрезать. Развязать. Вот такой спрейчик. Кошка сюда идет, Эйвон. Волшебный единорог. Прикольно. Парфюмированный спрей. Тоже пока сюда поставлю. У меня еще телефон лежит. Кошка мимо прошла, но, возможно, в кадр не влезла. Эйвон Сенсес. Лемонграсс и кокос. Вот так буду держать, чтобы и самой видно было, и в камеру попадало. Лосьон для тела. Спрей. Обалдеть. Это столько таких новинок у Эйвон вышло. Эссенс. Senses Essence. Обалдеть. А спрейчик я использовала в свое время эйвоновский, как этот, как духи. Ну, летнюю туалетку. Так. Эйвон Кэр. Увлажняющий крем для рук с авокадо. Круто. У меня есть 1,5 крема для рук с авокадо корейской фирмы, а тут еще Эйвон. Обалденно. Спасибо большое. Я вот так сейчас буду ставить. Ну, ты-то не видишь это. Я потом камеру, если что, туда перенесу. Еще один спрей. О, это что-то такое новогоднее, типа имбирное. Ну, судя по упаковке. Имбирный пряник. Лосьон спрей для тела с ароматом имбирного пряника. Освежающий с натуральным экстрактом. Эйвон Сенсес. Блин, я сюда-то ехала, очень есть хотела. Еще думаю, нет, сначала запишу распаковку, а потом уже поем. А глядя, вот даже не нюхая еще, уже глядя на эти названия. Пакетик. Прости, но мне легче тебя порвать. Чтоб достать. Что это такое? Ух ты, это в таких новых упаковках сейчас у Эйвона гелики, да? Так, это у нас Эйвон Сенсес, лавандовое спокойствие, жидкое мыло для рук. А, это вообще жидкое мыло? Круто, вот мне вообще спасибо большое вот за жидкое мыло. Мне сейчас как-то жидкое мыло лучше идет, хотя у меня сейчас вот на одной руке только более-менее ногти, на другой еще пока не выздоровели. Да еще и лаванда, я люблю лаванду. Так, стоять. Пакетики, простите, что вас так зверски вскрываю. О, вот такой мне Лёлечка вот как-то присылала. В наборе вместе с духами. А еще были духи отдельно, по-моему. А нет, она мне прислала такой гель, мне он понравился, потом она мне присылала набор духи. И вот этот гель, и мне очень понравился. И вот снова такой гель. Faberlic Féerix Sensuel. Парфюмированный гель для душа. Обалденно, спасибо большущее вообще. Так, отсюда. Так, а это что такое? О, это фаберликовское, мне кажется, мыло для дома, ну, которое для кухни.
Причем благодаря Лёлечке все время узнала, что есть, вот я как-то так держу, будто шорт снимаю, что есть мыло для кухни. Я раньше, знать, не знала, что бывает мыло для кухни. Это фаберликовское мыло для кухни. Фаберлик, мыло для кухни. Аромат кого-то... А, экзотические фрукты. Я его поставлю сюда. Так. Еще пупырочка. О, мне кажется, это пена для ванн. И что-то она какая-то прям огромная. Да, она на целый литр, вот. Целый литр. Вот так я покажу тебе. А чтобы увидеть, что там на ней написано, я вот так сделаю. Ух ты. Avon Senses. Я уж что-то забыла, что у них вот эта серия Senses, это и пены были. Мне что-то казалось, у них только гели для жидкие мыла были или еще что-то. Малиновое удовольствие с ароматом малины и черной смородины. С натуральными экстрактами. Упаковка подходит для переработки. Отлично, Иван, вы молодцы. И ты, Лёлечка, тоже очень молодец. Огромное большое спасибо. Лёля помнит, что, и, наверное, вы многие знаете, что мне очень нравятся пены Иван. Они хорошую пену дают. Сказала. Так, стоять. Так, вот тут на коврик замычки встань. Так, это что-то такое маленькое. Ух ты, Иван. Увлажняющий бальзам для губ 3 в 1. Увлажнение, уход, защита. Avon Care. Круто. Мне еще будет один бальзамчик. Вообще, я в деревню что-то не взяла ничего. Туда вот бальзамчик какой-нибудь надо будет. Так. Ой, не перевешивайте. Так, вот так тогда. Ну, тут, оказывается, 3 пакетика. Этот пакетик не порвется, потому что я его это... Он вот такой. Что-то там такое желтенькое. Обалдеть. Соль для ванн, антистресс, увлажнение и расслабление. Офигеть. А я как раз думала сегодня эту ванну сделать то ли солью, то ли с чем-то. Соли-то нету, а вот теперь соль появилась. Большущее спасибо. Блин, мне кажется, она даже через упаковку так пахнет обалденно. Что тут вообще? С маслами иланг-иланг. Нормализует сон, снижает напряжение, улучшает настроение. 100% натуральные компоненты. Обалдеть, спасибо большущее. Какая шикарная посылка. Так, пакетик у нас, который выжил от моего вскрывания. Так. Я понимаю, что можно вскрыть, но мне сейчас это легче не вскрывать. Легче вот так сделать. Ух ты, это что? Бьюти-кафе Фаберлик. Что-то такое съедобное. Ягодки малинка. А, гель для душа. Круто. Так хорошо запаковала, Лёля, ты. Ничего никуда не прольется. Еще один гель, обалдеть. Это оранж или что-то такое, да, вот апельсинчик. Не знаю, кошка-то вот лезет в кадр, но пока не долезла. Она тут нюхает это все. Еще один гелик. О, мне теперь можно не геморриться насчет геликов, а то я что-то как-то в последнее время мылом моюсь. Правда, сегодня вот попробовала как раз штучку от Тони, но я еще этот обзор не монтировала, только сняла недавно. Черничка. Ух ты, у Фаберлика такие эти гелики есть, оказывается. Гелик. Ой, это что такое? Я явно хочу есть, потому что я на него смотрю, и оно такое, как вот сиропчик. Avon Senses, тропическое путешествие, гель для душа с ароматом манго и франжипани. Во, обалдеть. Теперь Лёля меня снабдила гелями, наверное, до конца года. Ух ты. Еще один Avon Senses, домашний очаг, гель для душа с ароматом гвоздики и древесины. Вот тоже хороший такой, ну, чтобы так вот тут взбодриться, проснуться. Это у меня уже получается 6 гелей. Жидкое мыло, пена и соль для ванны. 3 спрейчика и духи.
И штуки для кухни. И бальзамчик. О, вау. Истинная роскошь, крем-гель для душа с ароматом белого персика и ванильной орхидеи. Возможно, было слышно, как кошка мяукнула. Вау, еще один гель. Реально на год, до конца года хватит. Апельсиновый твист, гель для душа с ароматом апельсина и жасмина. Avon Senses. Вау. У них и упаковки-то сменились у гелей, да, у Эйвона? Я как-то на Вайлдберрис увидела гель эйвоновский, но у меня что-то тогда еще был гель для душа. Я его сунула в закладки, не помню какой уже, а потом смотрю, его раскупили. Думаю, ну ладно. Он как раз какой-то уже такой, видимо, в такой уже упаковке был. Романтический рассвет, крем-гель для душа с ароматом розы и амбры. Мне кажется, он, Люля, мне такой уже ты присылала, и мне кажется, он мне тоже нравился такой аромат. Я тут, у меня баррикада это, уже некуда ставить, чтобы не упало. Ой, последнее. Да, и тут бумажка, ну, бумажка есть, чем печку растапливать в деревню увезу. То у нас тут вчера была проблемка найти газетку. Так, это что такое? Морская лагуна, гель для душа с ароматом фруктов и мускуса. У них изменился дизайн, мне вот кажется, вроде название знакомое, а вот так смотришь, хрен поймешь, знаю я его или нет. Обалдеть, вот столько всего, сейчас я камеру переведу в другое положение. Вот у меня тут на столе такая баррикада, соль, точнее, ну, пена, точнее, до конца в кадр даже не ходит. Я сейчас попробую снять на руке, возможно, будет небольшой тремор. За что заранее, если что, извиняюсь. Вот такая огромная, чудесная, полезная посылка полная. Вот такого всего мыльно-рельного. И кремичек для ручек и для ножек. Три спрейчика, душки. Куча гелей просто. Мне кажется, сколько тут? 10 штук. Вот этот вот. 4. Сейчас собрал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, 10 гелей для душа. Бальзамчик еще. Штучки. Для кухни вообще очень выручило. У меня как раз заканчивается средство для мытья посуды. Я думаю, купить или не покупать. И вот, ну, подождать еще, пока совсем не закончится. И тут даже не придется покупать. Жидкое мыло, обалдеть. Соль, пена. Лёля, спасибо тебе огроменное. Все очень нравится, все очень нужное и полезное. Всем спасибо за просмотр. Ну, это, можете написать что-то в комментах. Я поставлю вам сердечко. Если хотите поддержать канал, где-то будет облачко. Если хотите подписаться на Boosty, можете подписаться. Кстати, спасибо Юле за подписку на Boosty на Хавчики. Очень приятно, что вас становится чуть-чуть больше там. Тех, кто поддерживает подпиской. И, Лёлечка, тебе тоже очень большое-пребольшое спасибо. Вообще, вот все такое крутое. Я в таком восторге. Я, правда, их поставила спиной сюда. Но они, я думаю, не сильно обидятся, эти гелики, что вот так вот я их поставила. Как-то я их так ставила. Я их сейчас сюда поверну лицом. Чтобы они лицом сюда стояли. Ну, в общем, всем пока!